Добрый день, добрый удачливый рыбацкий день с Ярмандии. Сейчас вот стоят у нас уточки закидные. И уже пойман бас, пойманы угри. И хотел бы сказать, что меня очень сильно удивило в рыбалке на Ярмандии. Это кулинарные рецепты, которые я сейчас использую. Что касается баса, это наиболее популярная native, то есть родная для этих краев рыба, для этого края, да. Вот. И он достаточно крупный, потому что он хищник и ловится на блесну. Я, в принципе, ловлю его на червя, но попадается достаточно... Стоит крупный червь, крупный крючок, поэтому попадается достаточно крупный бас. Может быть, маленький подходит, трепет его, червя, то есть, но потом большой отгоняет и ловится на крючок. Что касается баса, то бас очень хорош вяленый. Вот как вы вялите плотву, леща, вот так вот вяльте и баса, если у вас, конечно, есть запас. И подвяленный бас — это просто замечательное, это офигенное блюдо. Это напоминает леща, но колючий, как окунь. То есть какая-то такая смесь. Ну, очень привычная для нас, поэтому любители с пивом, да, в общем-то, и с картошечкой навернуть солененько рыбки вяленой, для вас бас будет просто открытием. Еще хорош бас, если это свежепойманный, потому что свежепойманная рыба намного вкуснее, чем рыба, которая уже полежала охлажденная, тем более, которая была замороженная. Так вот, свежепривезенного баса вы просто потрошите, даже не чистите чешую, и делаете его на пару. Потом получается очень вкусное мясо, очень, очень приятно есть. Вот, для меня бас был таким откровением. Я знаю, что многие ребята его любят. Я предпочитаю сама, но надо басу отдать должное. Конечно, это хорошая рыба. Что касается сама, это необычный сон. Здесь есть и он тоже не такой, как в России, в Украине сом, но есть другой кэтфиш, он так, честно говоря, немножко тиной подванивает. Здесь угрехвосты, ill-tailed catfish, в бассейне Мари Дарвин, да, Мари Дарлинг, да. Вот, в этом бассейне достаточно много, и здесь на Хоксбери, в частности на Ирманде, достаточно много ill-tailed catfish. Размер где-то 1,5-2, ну, до 3 килограммов, хотя, говорят, там до 6 бывает. Я лично не видел таких больших, мне не попадалось. Вот. И для меня самое лучшее — это отварной сом. Вот варите его до состояния, когда у него очень мягкая такая вкусная кожа. Не бойтесь, что она жирная. Это, в принципе, вот то, что называется омега-3, то, что вы хотите получить с того же самого лосося. Ну, лосось, он как бы фарм, то есть его выращивали. Как его выращивают, ну, лучше вам как бы не рассказывать, поэтому с определенного времени я стараюсь лосося вообще не брать, ни новозеландского, ни тем более тасманийского или австралийского. Вот, хотя, не скрою, наверное, дикий лосось — это просто очень хорошая рыба, но вот ill-tailed catfish, да, и угорь сам по себе, ill, да, они очень хороши, очень много омега-3 имеют. Ну, скажем, для любителей специфики, и ill-tailed catfish, и ill сам по себе, они являются афродизиаками. Присмотритесь к угрю, который имеет большие глаза. Есть такие обычные, с маленькими глазами, подавляющее большинство, но есть и такой не широкоротый, у него узкий рот и очень большие глаза. Вот этот угорь считается, ну, самым таким топовым, вкусным, но, честно говоря, его достаточно сложно ловить, его мало и, ну, естественно, при маленьком рте много сходов. Вот. Сом варится до консистенции, когда, ну, он мягкий и мягкая кожа. Делаете, вот я делаю масло, немножко, ну, можно уксуса, но
я делаю немножко сококвашеной капусты, чеснок и укроп, зелень. И все это делаю на блендере до такой очень приятно пахнущей, такой белой, достаточно густой массы. Такой чесночный майонез, что ли, получается. То есть выглядит как майонез, но вкус в действительности взбитое с кислотой масло с чесноком. И вот этой смесью вы мажете охлажденного отварного сама, и получается просто замечательно. И сом не пахнет тиной. Вот это вот, видимо, свойственно именно Ираманде, потому что в некоторых водоемах бассейна Хоксбери, в том числе и в самой реке Хоксбери, в Непиане, есть некоторый запах тины. Я не считаю, что это очень так что-то такое плохое, жутко, гадкое и так далее, но, ну, скажем так, лучше и без него. Чтобы от него избавиться, просто режете мясо на куски, его вымачиваете, меняя воду, мясо становится такое белое, прям такой протеин чистый. И после этого делаете обработку термическую, соответственно, он становится мягким. Но вот в бассейне, вот именно Ираманде, вот здесь, вот в этой части, ни сом, ни угорь не пахнут. Что касается угря, честно, я не ожидал. Он настолько здесь обалденно вкусный. Я даже не использую чесночную никакую вот эту вот приправу. То есть я варю на сковородке угря до того момента, когда выпаривается жидкость, он чуть-чуть поджаривается. Вкусно, сил нету. То ли вот какая-то маслянистость с него, то ли сок какой-то. Но я думаю, если запекать его, вообще будет классно. Но до таких хитростей и тонкостей я не дошел, хотя, может быть, надо и дойти. Не рекомендую делать копченого угря, потому что копченая рыба, она, в общем-то, канцерогенна. Подумайте о своем здоровье, тем более рыба настолько вкусная, что она и без вот этих вот дымных хитростей хороша. Вот такие вот кулинарные тонкости о той рыбе, которую я ловлю. Повторяю, что на удивление здесь много карпа и малита, кефали, но я ее не вытаскиваю. А вот баса, угря и сама я вытаскиваю регулярно, поэтому, ну, ориентируйтесь на это. Хотя те люди, которые будут ловить легкими длинными удочками на халеп, по всей видимости, наловят массу кефали. Что касается карпа, я думаю, что Миша Макаренков совершенно прав. Надо использовать макуху, я этим делом займусь, то есть сделаю свою макуху. Рецепты, благо, есть в интернете. Надо набрать свинца и сделать все по порядку. Я думаю, что будем мы с хорошим запасом карпа, наловим мы его еще. Хороший карп и очень хорошо ловится на Пухлагуне в Смит-парке. Я думаю, что пора завтра возвращаться в Смит-парк и половить от души как раз карпа. Клюет замечательно, площадка оборудована скамейками, можно делать social distancing 2 метра. И, дорогие друзья, удачи! Я думаю, что кому-нибудь в Австралии особенно, да, может быть, и не только, пригодится вот этот вот набор моих кулинарных советов. До скорых встреч! Спасибо!